Агентство «Интерфакс» сообщает. Тимофей Кулябин, постановщик оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирске, приглашен в Большой театр, сообщил в четверг источник, близкий к руководству ГАПТА. Гендиректор Большого театра Владимир Урин уже договорился с Кулябиным о постановке в ГАПТе в следующем сезоне, заявил источник. В Большом театре подтвердили информацию о сотрудничестве с Кулябиным, но не стали разглашать детали. Урин действительно пригласил Кулябина поставить оперу в Большом, но детали мы объявим в мае, когда будем рассказывать о планах театра на следующий сезон, отметила пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова.